доброго времени суток. Всем добрые наши волшебники, гости канала «Моя такая большая дружная семья». Ролик у нас не очень добрый. К сожалению, вчера мы ехали с Гришей домой рано утром. Мне позвонили и сказали, что в центре города бьет в конвульсиях отравленная собачка. Это прям было на моей улице, на улице Короткова. Но я была в дороге. К сожалению, помочь данной собаке никто не смог. Помощи не оказали. И малышка ушла на радугу. Это самая страшная смерть, какую я могу себе представить. Я, знаете, иногда говорю, лучше бы стреляли. Вот честно, лучше бы стреляли, чем травили. Потому что не приведи Господи на все это смотреть. И как мучаются бедные животные, это страшно. В общем, с апреля месяца и по сегодняшний день, да, у нас как травили животных в городе, так и травят. Не жалеют никого, ни щенков, ни подростков, никого, от слова совсем. То есть избавляются в городе от собак полностью, их просто уничтожают. В общем, в таком городе страшном я живу. За эту неделю в одной из моих компаний на 12 собак осталось 4. Все. Ребят, всех помню, всех люблю. Пушистых вам облачков. Простите, очень больно. Неделя просто сумасшедшая, кошмарная. То есть те собаки вообще жили. Они не выходили даже в город. Но добираются даже туда. Спасти? Хочу. Забрать некуда. Некуда. Очень мечтаю о том, чтобы расширить приют, но это будет в следующих роликах. Будет моя просьба прямо к вам обращение на постройку вольеров, ну и немножко хорошим. Представляю вашему вниманию собачку-толстушку. Эта собака появилась 7 января 2013 года. С этой собакой было очень много пройдено в моей жизни. Ее любил весь город, в нее стреляли, мы ее спасали всем миром. Толстушка очень умная, видно, что она жила в семье, собака стерилизованная. Просто привезли ее и оставили. Оставили зимой. И так она полюбилась и стала любимицей всего города, особенно молодежи. У нее было очень много кличек, имен: Машка, Катька, Жулька, Толстушка. В общем, она отзывалась на все. И зимой очень часто многие, кто ее любил, пускали домой даже к себе в квартиры. Погреться, переночевать. В общем, эту любимицу города обожали все. Толстушка пропала 28 июня 2020 года. Мы писали посты, мы писали просьбы, если кто увидит. Но, к сожалению, в прошествии 3 недель мы поняли, что что-то случилось. Собака исчезла просто в один миг. Эту боль я переживала, я не знаю, как я ее пережила, потому что она жила у меня в машине. И я просто говорю, с этой собакой у меня очень много историй в жизни, очень много. Откуда я только ее не привозила, куда она с детьми только не уходила. И когда она пропала, конечно, это была боль. Это была боль, трагедия для меня лично. Спросите, почему не взяла в приют, она не будет жить в приюте. Были попытки, но, к сожалению, толстушка очень свободолюбивая. 7 октября 2021 года в 11 часу вечера я ехала с мойки и на светофоре. Дорогу мне переходила толстушка. Прошел 1 год и 3 месяца. Представляете мое состояние, да? Я думала, что у меня уже на почве может быть чего-то, что-то происходит с головой. Но это толстушка. Она нашлась, она жива. Где она была, никто не знает, и теперь никто об этом не узнает, но она жива. Поэтому сейчас она у меня у Люды на передержке. Хочу поблагодарить Людмилу за то, что не отказывает принимать всех моих собак. Люда, огромное тебе спасибо. Ты единственный человек в городе, который помогает мне с собаками. Большое теплое тебе спасибо. Ну, в общем, вот такие истории в жизни происходят. Вот так происходит в моей жизни. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приют «Тварь добро», Наталья.